Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Передо мной находится устройство OnePlus 10 Pro. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве, как с данного устройства раздавать интернет. Для этого мы переходим в настройки. Далее мы выбираем подключение общий доступ. Здесь мы выбираем персональную точку доступа. Включаем, нажимаем на нее и можем настроить здесь. Выбрать настройки, можем настроить имя, можем настроить пароль, защиту, диапазон и так далее. На этом, в принципе, мы закончим. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.